Всем привет, с вами Жора, и я заметил, что сейчас очень популярным стало снимать лайфхаки. Поэтому сейчас я покажу вам самые глупые из них. Погнали! Лайфхак номер один. Ты достал еду из холодильника, и она холодная? Выход есть! Положи еду в микроволновку, и через несколько минут она станет теплой и вкусной. Лайфхак номер два. Если в твоем доме или квартире холодно, то скорее всего у тебя открыто окно. Закрой окно и укутайся в одеяло. После этих действий тебе станет значительно теплее. Лайфхак номер три. Если твой телефон разрядился, то поставь его на зарядку. Через несколько часов он снова включится, и ты сможешь пользоваться им как раньше. Лайфхак номер четыре. Если на твоих полочках появилась пыль, то возьми влажную тряпку и просто протри пыльную поверхность. Таким образом ты освободишь полочки от пыли. Лайфхак номер пять. У тебя порвался носок, и тебе стыдно куда-либо идти? Выход есть! Возьми 30 рублей и купи в ближайшем магазине новые носки. Теперь у тебя есть новые носки, и тебе не стыдно будет куда-либо идти. Ну а на этом все. Как только мы набираем на этом видео 100 лайков, я выпускаю вторую часть. Ты знаешь, что делать. Увидимся в следующем ролике. Пока. Фью.